Азербайджан открыто заявляет о своих внешнеполитических приоритетах и проводит последовательную политику для достижения своих целей, заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с новоназначенным министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Один из наших основных принципов – строить отношения со всеми странами на основе равного, взаимного уважения и доверия. Я думаю, что в последние годы Азербайджан достиг больших успехов в этой области. Азербайджан является достойным членом мирового сообщества. Уважение к нам растет во всем мире. Об этом свидетельствует поддержка, оказываемая Азербайджану международным сообществом. Глава государства дал поручение проанализировать работу посольств, наладить сотрудничество с диаспорой и тесные контакты с зарубежными СМИ, отметил важность укрепления стратегического сотрудничества с соседними странами и эффективность трехстороннего формата взаимодействия. Президент дал высокую оценку отношениям со странами-членами Организации исламского сотрудничества и тюркоязычными государствами. Что касается нового соглашения с Евросоюзом, то оно призвано еще больше обеспечить интересы Азербайджана. Усилия Азербайджана в миротворческих миссиях высоко ценят Соединенные Штаты, добавил президент, а партнерство с Великобританией глава государства назвал тесным и многообещающим. Основной задачей внешнеполитического ведомства Ильхам Алиев назвал урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Это ключевой вопрос для нас, это национальный вопрос. В результате мер, принятых в последние годы, все международные организации выразили свою позицию по этому вопросу. Если в ходе конфликта Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, то все другие организации приняли аналогичные резолюции. ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, Движение неприсоединения НАТО и другие организации. Документ «Приоритеты партнерства», инициированный между Европейским Союзом и Азербайджаном 2 года назад, также содержит специальный пункт о территориальной целостности, суверенитете и неприкосновенности границ нашей страны. То есть правовая база полностью обеспечена. Президент Ильхам Алиев отметил, в позиции Баку по урегулированию конфликта не может быть никаких изменений. Нагорный Карабах – это историческая земля Азербайджана, и территориальная целостность страны должна быть восстановлена. Эльнара Мамедова, CBC.